ну, или отлетать в первом раунде лузеров. В принципе, нет. Я действительно просто хочу посмотреть хорошую игру, и, возможно, даже хочу посмотреть карту Тонгфу к дек. Почему бы и нет? Ну что ж, переигровки, они и есть переигровки. Сейчас будет каждый потеть на полную. И вот Рейф уже напотели сейчас один разочек. Да, Рейф вроде еще и проигрывали, насколько я помню. Но вот здесь у нас статистики забиты. То, что выиграли как раз-таки они. А они были в очень тяжелых ситуациях. Но да ладно. GD Gaming против Рейф. Все на ваших экранах. Vengeful Spirit, Batrider, Visage, Draw Ranger сейчас от GDEC. И у меня на самом деле довольно плохие новости для Radiant, для Джио и его товарищей. Потому что против Траксы, Визажа и Венги выигрывать довольно-таки сложно. Также есть Batrider в сложную линию, и осталось взять одного героя себе в мидлейн. Забанили Рейв Шторм Спирита. Так, ну и последний бан сейчас за GDEC. Есть, кстати, Виз Бристлбэк. Джиггернаут и Сэф Виз Бристлбэк. Опять же, наверное, сейчас Криси или Чриси, как его будет правильно, я точно не знаю. Ну, вроде бы Чриси, но Вилат его называют Криси. Ну, посмотрим, как буду я его называть. SF для него. Только что он отыграл на Сэфе. Довольно-таки вроде неплохо отыграл. Джиггернаут, Виз и Бристлбэк также сейчас имеются. Есть фарм хиро, есть герой в сложную. Я думаю, кстати, Виз пойдет в сложную вместе с Бристлбэком. Это вот две даблы будет. Так, ну и последний герой, саппортик. Skyros Mage сейчас залетает. Ну вот Skyros Mage, опять же, да, есть дэмэдж. И можно убивать ту же самую Траксу очень быстро или сбривать Vengeful Spirit. Но как будет отъезжать сам Skyrat? То есть, если у него не будет гаста, Скаймак буквально на... Ну, на три нюка, что ли, от Траксы. Там и Крылатого, конечно, на землю опустят очень быстро. Так что посмотрим, что с этим Скаймагом будут делать Рейв. Ну, на самом деле, трипла очень хорошая. Бристлбэк, Скаймак и Висп. Если вот в сложную отправиться, почему бы и нет. Все действительно здорово. Куча замедла, и Бристлбэк, естественно, там просто заспреет всю команду иглами. Поддержка виспа есть. Ну, Рейв, походу, знает, что делают. В принципе, GDEC тоже знает, что делают. Ку набрал 4 ранжевых героев. И вот эти вот 2 ауры под Визажа и вообще под Траксу аура Венги. Да и сама Тракса с своей аурой. Все, конечно, очень здорово сейчас здесь. Я не знаю, как держаться виспу подальше. И Патма сейчас заезжает для GDEC. Это фармящая Патма или... Ну, Микаса тасил сейчас на Патму. Посмотрим, что будет происходить. Maybe, наверное, в миде на Draw Ranger получит быстренький уровень. Да, и, скорее всего, это фармящая Патма. Замедло от Визажа, станут Винги, ару от Патмы. Все, в принципе, хорошо, если так вот предположить. Я понял. Я понял свою ошибку. Все готово. Все готово. Меня слышно тот ТВ. У меня очень гладенькая камера. Сейчас все как нужно. Как там? Я сожалею о своем поступке. Ну что ж, пройдемся по персонажам. Джио, Джиггернаут, Криси, Висп. Вот так вот точно. Он же там шпиллер, ультрашпиллер просто на этом виспе. Довольно-таки здорово играет. НБ, Бристлбэк, Риор, СФ. Риор в мидлейне будет играть сейчас на СФе. И Кэст Скайврос Мейдж. С Рейв, в принципе, все понятно. Только вот по линиям. Как ребята разбегутся. Пока что Риор бегает просто с виспом. Ничем толковым не занимается. Думают насчет руны, что где контролить. Почему бы не верхнюю забрать, почему бы не нижнюю. Почему бы вообще не подраться. Но хотя... Да, с ранжевыми героями особо драться не получится. Так, ну и GD Gaming. Ку, Визаж, Микаса, Патма, Гердер, Vengeful Spirit, Maybe, Draw Ranger и агрессив на Бэтрайдере. Тоже здесь все разобрали, но здесь на самом деле попроще. Здесь действительно проще.
Тракса в мидлейне, трипла в сложную, вот это, кстати, здорово. Патма, Визаж и Венжифл Спирит сложную. И агрессив спокойненько отправляется к себе на легкую. Вот так вот. Скаймак. Скаймак остался пока что с Джио. Да, будет как-то стараться агрессиво здесь отталкивать с линии. Бристлбэк. Пошел соло изи. Ну, я думаю, Висп тоже будет к нему как-то приходить. Как-то вместе будут стараться там. Но очень много замедла. Очень много, ну, как бы замедло от Визажа, стан от Венги, Ару, прочие все вот эти вот дела. Но Баук и Лип, там еще есть дополнительная скорость команде. Поэтому Бристлбека будут просто здесь кайтить, я подозреваю. Ничего абсолютно он сделать не сможет. Да, к крипам подойти, понятное дело, у него также сейчас не получится, потому что уж очень хорошая позиционочка там со скрипами у ГДЭК. Стоят себе, спокойненько фармят, никто им абсолютно не мешает. В принципе, тем же самым занимается сейчас и Джиггернаут. Что у нас в миде? У Риора есть 4 крипа. Одна душа сейчас все-таки, он сначала койлы вкачал, я так понимаю. Да, бузит ботл, как-то старается. Но против Мэйби, у которого 69 дэмэджа, конечно, и 44 у СФа. Довольно неудобно фармить, я хочу вам рассказать. Эти койлы потрясающие просто. Оп. Да, больноват. Больноват, СФ. Но нужно терпеть. Здесь станчик в Чрисе. Хорошо. Просто ушел сейчас с тизером. Здесь лип от Патмы. Да ладно, и плюнул сейчас добавок. Ку-у. Минус висп. Бристлбэк гонится, заплюет, просто заплюет Микасу, пытаются сейчас топить, хорошо, можно дальше идти, маны, к сожалению, пока что не хватает, еще бы хотя бы один раз иглами по птице здесь надавать, но и нет, не отпустит, хорошо. Ладно, отпускает, действительно отпускает, а вот только вроде бы виз прилетел, начинал сейчас вливать ману в Бристлбэк, и, конечно, я думал, Бристлбэк разберется. Опять же, убили Патму. Патма вроде как фармящая. Патма умирает. Это не столь хорошо. А то, что Висп умер. Ну, умер. Ну и что? Висп, в принципе, всегда умирает. Гарнер. Встретил сейчас Криси. Ой-ой, прям больновато сейчас. Действительно, рукой наваливает по нему. Риор. 14 крипов, Тракса 16, 13 фармящий Джио наверху, и у Патмы здесь 11, вот так вот. Ну, все довольно неплохо пока что фармят, кто-то дерется, кто-то умирает. На графике, естественно, вообще сейчас нет смысла смотреть, так что я, пожалуй, отложу это до лучших времен. Так, будет ли снова какая-либо вылазка? Но прекрасно понимают сейчас, на самом деле, ГДЭК, то, что бить Бристлбека, это вариант наиглупейший. Есть танго, есть стик, как бы, да, этого уже, в принципе, достаточно, чтобы там пережить тот же самый стан и замедло. Вот, а Рута навряд ли попадет. Ну, даже если попадет, то первый уровень, и я думаю, там в упор просто она должна уже вылетать. Но самое главное, здесь есть висп на подсейве, висп с оверчаржем, поэтому действительно можно будет вливать хп, и можно будет еще самому танго съесть, и можно будет просто ботл пить. В итоге Бристлбэк будет терпеть настолько много. Вот сейчас висп разочек как раз-таки батлом залил Бристлбэка, фуловый Бристлбэк. Да, с крипами не столь все хорошо. Стан в НБ. Начинаю пробивать. Есть замедло. Хорошо, сейчас топит еще здесь. Очень мало подхила оказалось. И выживает. Выживает. Бристлбэк. Последняя тычка. Просто коварная. Сейчас от Патмы здесь залетает. В погоню пошли рейв. Но ничего сделать не смогли. Один глоток в ботле был всего лишь там у виспа. Этого, конечно, не хватило Бристлбэку. Да, сейчас просто прилетит, зальет ботл. Можно было бы, на самом деле, еще и Скаймага напоить. Просто прям... Да и Левиспа, кого угодно, чтобы глоток здесь не тратить.
Патма веточку сейчас продала, купила себе Boots of Speed. А куда делись саппорты? Саппорты пока что на базе, и должен быть смог. Должен быть сейчас смог от саппортов. Продал ТП-шку. Купил смог. Вот так вот. И пешочком сейчас отправляются ребята куда-то в сторону мидлейна. Вот эти вот ганги. Хорошие рисунки на самом деле. Мне кажется, Риор умрет. Если именно так ребята и выйдут. Пятый левел Патма. Четвертый с половиной Бристлбэк. Да, у Бриста, конечно, все не так хорошо. Патмы в два раза больше крипов. В мидлейне у Риора также чуть поменьше. Третий стак сейчас себе здесь делает. И, естественно, огромный-огромный буст. Это все для СФа. Даже я на своих 3К начал постоянно фармить в лесу всякими СФами и сам себе стакать. Потому что прибыль, конечно, уж слишком огромная. На хосте, на Риора. Возможно, сейчас забегут. Нет, не захотел. Гардер, ну, вообще стоит вард. Вообще стоит вард и видит рейв сейчас ребят из ГДЭК. Все просто отошли в сторону. Ничего абсолютно не могут с этим поделать. Два саппорта ГДЭК, тут еще и Патма вдобавок. Амбриселбэк старается как-то мансить, выживать. Очень мало маны и ПХП пробитый. Да, и пока что, в принципе, рейв терпит. Ничего абсолютно поделать не могут. Главное, что фармит Джаггернаут. 38 крипов у Джаггера есть. Есть фейзы, есть базилка. Будет ли собирать здесь мом? Вот в чем вопрос. Скаймага просто распотрошила сейчас. И прям насквозь еще ароу из груди вылетела. Да, быстренько разобрали сейчас саппорта. Ну, вар тоже грамотный стоит. Прекрасно понимает ГДЭК то, что у них трипла довольно агрессивная. И можно постоянно драться. Можно и выходить в сторону СФа. И вот как раз-таки этот вард все видит, если куда-то саппорта здесь передвинутся за ними в спину. Джио в соло просто остался на верхней линии. Пытается как-то сейчас пофармить. Мне кажется, нужно ставить вардик. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, ну здесь есть скролл. Хорошо. Прилетает Микаса. И Джио немножечко отошел сейчас в сторону. И Морбит Маска. Да, есть Морбит Маска. Прилетел на низ. Здесь пока что один Q. СФ. СФ больной. Слишком больной СФ. Но СФ фармливает там себе Меку. Джио начинает драться с Q. Q. Мунлайт Шадоу, да, ну что-то как-то быстренько кончился Ку. Агрессив. Под инвизом, ничего в него не вышло. Конкассив шот сайленс нужно было давать. Почему так поздно? Это же очевидные просто вещи. Какая ошибка сейчас от Кэста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто жуть-жучайшая, как так можно играть? Прекрасно же знали то, что идет Бэтрайдер, есть лассо, и почему бы не дать сайленс? Почему бы не дать сайленс и просто не убить сейчас Бэтрайдера? СФ не дал ни одного койла, СФ в макшенной койлы, и было максимальное количество душ, то есть там еще и рукой можно было набить. Огроменнейшая ошибка Скаймага, просто лютая. Это такие дефолтные вещи, и... Ой-ой-ой, ну ладно. Мом появляется сейчас у Джио. Да я думаю, действительно, сейчас и Риор покричал на Скаймага, говорит, ты кнопку нажать не можешь, что ли? В чем проблема? Патма. Патму здесь быстренько разобрали. Пытается улететь Бристлбэк, очень мало хп в любом случае улетает. Ну и здесь все-таки Виспа сейчас забрали. Один в один разменялись. Драку мы, в принципе, все пропустили, но итоги нам известны. 350 золота для Бристлбэка. Бэтрайдер. Увидели мы то, что там есть даггер. Ну и сейчас, естественно, агрессив будет уже сам прыгать, сам ловить кого угодно. Джио. Да, у меня слышит 30 секунд. Просто сейчас решил занаглеть, ударить птицу здесь пойти. Там сразу же замедло. Много других проблем. Okay,
Через плюсики, естественно, качается Джиггернаут. Такие дефолтные билды. Вот это вот мом, плюсики, он мне слэш. Вард в один. Блэд Фьюри в один. Ну и максить криты остается. Потом опять плюсики. Ну что ж, 73 крипа у Патмы, 71 у СФ, 70 у Джиггернаута, Джио. Шлеп. Минус Патма. Очень быстренько сейчас разобрался здесь Джио с Мираной. Это опять же Мирана, уже 3 смерти, якобы фармящий герой. Так, нельзя, агрессив, зацепил Джио. Здесь Чриси пытается выхилить, и в принципе довольно неплохо у него это получается. Но maybe под момом. Как много дэмэджа сейчас по 170 просто в кабинет виспу наплевывал. Да, это очень больно. Так, Скаймага пока что тоже решили зацепить. Но я слышал конкассив шот, здоровская вещь. Теперь не хватает маны. Там откатился, в принципе, флеймбрейк. Можно было развернуться. Можно было просто развернуться и дать сайленс по Гердеру и кастовать телепорт. Вот такой вот был вариант. Маны бы хватило. Или не хватило бы. Здесь 110 маны, здесь 90, поэтому я думаю, то, что хватило бы. На скролл. Есть ТП. Вот это очень зря. Хорошо. Отменили сейчас телепорт. Джио там еще и закрутился на всякий случай. Говорит, не-не-не-не-не. Вдруг я прилечу. Минус вышка, maybe зарабатывает себе фраг 1-0-1, мом, ПТ, 2 в райсбенда, 1800 золота. Сколько там уже аура у нас дает? Аура дает 45. И я думаю, вы видите дэмэдж. Это, кстати, еще первая всего лишь аура у Винги. Да, и maybe спокойненько сейчас. Хорошо, Джио в наглую просто зашел. Джио нету омнислэша. Я не понимаю, что хочет вообще этот Джиггернаут сейчас без омнислэша. Побег за агрессивом. Агрессив просто улетает с ХГ. И Рейв проигрывают 4-9 сейчас. Не буду говорить то, что возможно мы там увидим. Вот это, конечно, не просто невезение. Невезение оставить одного крипа самого большого. Не буду говорить, а что вот, мы с вами увидим карту к Дек Тонг Фу, возможно, Рейв сейчас проиграют и будет 1-1, потом еще Тонг Фу выигрывает и будет 1-1-1. Не знаю, но не отрицаю. 3000 Дек выигрывают по голде. Двушечку выигрывают в экспириенсе. Совсем немного, и как уже не я один... Да и, по-моему, все комментаторы абсолютно говорят, что до 15 минуты фраги особо не важны. Все это легко переворачивается, буквально там за 2-3 убийства. Агрессив. Мертвый сейчас Джиггернаут. Так, вот решил вот Джио разобрать, особо здесь не суетясь. Даст, фражали. Довольно странный даст. Ну, хотя, в принципе, думали то, что под Moonlight Shadow, а вот как раз-таки их дек зашли под Moonlight. Джио в таверне, Риор также очень больно получает, Смеки сейчас сам себя выхилил, но ему это не хватило. Бристлбэк в таверне тоже квест, старается Гердера убить, не получается. Урной Винга выхиливается, стики жмет, все очень здорово. Чриси в таверну. Это Тим Вайп. Тим Вайп в одного Бэтрайдера. 5-1. Вот так, там, 1000 золота сейчас в руки Дроу Рейнджер, есть Даггер, есть 1500 сверху, можно покупать Яшу. А еще, знаете, что лучше? Еще лучше после Яши купить диффуза себе, или сразу можно диффуза себе делать. Почему-то никто подобным не занимается на Траксе. А я хочу вам сказать, то, что вещь крутая, потому что, ну, во-первых, диффуза, ну, они помогают. Они помогают ловить то же самого СФ, или себя всякие гадости снимать. В принципе, здесь и гадости-то немного, но все же. Замедло. Выжигание маны. Ну и, конечно, самое крутое, то, что во вторых диффузах 35 ловкости. 35 ловкости — это больше, чем в баттерфляе, если что. А Тракса у нас самый ловкий персонаж, действительно, которому нужна больше всего ловкости, и зависит все только от ловкости. Поэтому Грейжин и Диффуза вариант потрясающий.
Но что-то еще никто не собирает их. Так, maybe. С Аегисом быстро наворачивает, конечно, вышку. Вот так вот к дек. Я при пиках говорил то, что страта-то довольно серьезная. Игра через Траксу, Визажа и Вингу. Все очень легко. Все действительно очень легко. Пошел ПКМом. Зажал своих соперников. И в принципе без разницы, то, что там Bristol Back с виспом. Особо он не решает. Агрессив. Здравствуй, Лассо на Джио. Успел. А, еще и Момчик сейчас подрубил. Но это чтобы быстрее, скорее всего, отправиться в таверну. Сделал. Мом, это, да. Полезно. Нужно было включать Мом и убегать. Стараться убегать. Так как Бетрайдер Дагер уже заюзал. Хотя 380 мув спида. А здесь 355. И... Так. Но убежал бы. Убежал бы Джиггернаут вот подальше точно. И там, наверное, стоило бы вставать уже телепорт. В таком уж случае. Ну, а мом включать в такие вот моменты, когда ты понимаешь, что тебя поймают. Ну и, возможно, просто Джиггернаут не подрасчитал. Тоже возможно. Мы же изначально момент этот не видели весь. Так, maybe. По второй Т2. Настреливает. Пол столба уже снес. И... Минус Таур. Слишком быстро. Графики. 10 тысяч золота. Я думаю, сейчас даже до 12 они опустятся с огромнейшей скоростью. Еще и чужие стаки здесь maybe фармят. Спокойненько стоит Moonlight Shadow. И будут заходить сейчас на Джио. Джио сразу кастует телепорт. Хорошо. Ну и Виз, понятное дело, тоже улетит курьера убить. Да ладно, мертвый курьер. Ну и все-таки жизнь, конечно, свою отдал. Так, немножко я сейчас опять не тех кнопочек поклацал. Я случайно всю мапу затуманил здесь. Maybe. Прыгнул. На Риора. Риор выкастовывает телепорт. Кстати, Риору-то и не так уж больно здесь было. У Риора армора достаточно и 1300 хп. Да, Риор не висп, я хочу вам сказать. Джио, есть Яша, по-прежнему фармит. Что у нас у Траксы? Ладно, посмотрим чуть позже. Джио под момчиком утащили. Здравствуй, Джиггернаут с момом. Да, и, конечно, я понимаю, что Джиггернаут и без мома бы там умер. Здесь хорошо, замедло пошло, как больно, гдеков начинают здесь месить. Куф, тавернин. Свафнули Bristol Back, называется. Просто стал спиной и... запшикал. Запшикал парней до смерти. Зафыркал прям. Вот так вот НБ расправляется сейчас с двумя персонажами. По 600 золота получил СФ с Bristol Back. Ну, СФ чуть поменьше, 737 экспы. Каждый взял пол левела. Bristol Back вообще уровень там, конечно, получил сейчас. Сели птички. Ну и Джио пока что вообще на птиц особо не смотрит. Кстати, а можно и птицу рубануть? Нет, понял, что особо не получится. Лучше драться, естественно. Здесь, maybe, получил голубя. Довольно-таки больно. Гердер пытается уйти. Ростафа нет, ничего нет. Гонится просто в погоню сейчас Bristol Back. Ну и, конечно, отбивается. Отбивается Экдек. Ну что ж, Bristol Back с Вангвардом не такой уж и тонкий оказался. Хорошо, maybe сейчас действительно прекрасно сыграл. Заденайл вышечку, ушел с даггера. Все грамотно. Появилась мета-стайл. Минус. Одна ворона. Риор. Не ударил второй раз по вороне.
Ну что ж, ничего, абсолютно Рейв сейчас не отыграли, по-прежнему 10 тысяч ребятки проигрывают в XP. Ну вот в XP, да, в XP слегка поднялись. И Аганим появляется на 20-й минуте у Визажа. Тап агрейженный стик Аганим без каких-либо медалек, ведь есть Винга. А, у Винги тоже нет медальки. Классно играете. Против Бристлбека, с Траксой, с Мамом и без медальки. Это плохо. Потому что обычно Бристлбеку такими героями арморты режут. Wave of Terror, медалька, и пошли наплевывать. И Бристлбек уже не Бристлбек. Crimson Guard сейчас появляется. Вот Crimson Guard на самом деле полная контра фамильярам Визажа в такие вот драки. Да, естественно, дэмэджа у них очень много. Никто против них ничего и не имеет. Там у каждого под ауры траксы по сотни, и стреляют они 4 раза в секунду. Гардер. Конкассив шот. Зачем прыгнул? Сейчас же ее очень было, это зря. Цепились сразу же в НБ. Нет, НБ отошел. Я, конечно, думал, что будут куда-то его утаскивать здесь. Гардер просто сейчас отпивает ботлом. Здравствуй, его мне слэш. Что-то как-то поторопился Джио. Лучше даже в драке немножко пропрыгал бы. Какой-нибудь той же самой траксе под момом. Или что-то в этом роде. Но бить Вингу вообще не вариант. Винга как бы сурной, 1000 хп. У траксы 1200 хп. У траксы есть, конечно, манта. Манты тоже можно слегка эвейдить Джиггернаут. Но изначально уж точно. Пока у меня слэш всего лишь второго уровня. Давно не видел аганимов на Джиггернауте. Такой Джиггернаут старой закалки. I'll take that. В смоках ГДК бегают. Фармят эншентов и так далее. 12600 нетворс у Траксы, 10000 нетворс у Риора. Все остальное не столь на самом деле важно. 8500 Патма, 7700 Бэтрайдер, 7000 Джио. Ну вот, кстати, 7000 Джио и 7000 НБ, вот это вот слегка играет роль. Рейв должны быть слегка посильнее. НБ улетает на базу спокойненько. Проблемы у Джио, утащили. Бегает просто, вардик поставил здесь. Ну и, конечно, явное замедло сейчас от Мэйби. Просто в кабинет расстрелял. Расстрелял Джаггернаута. Да, Тракса гораздо, конечно, сильнее. И есть уже 13 тысяч сейчас у Дроу Рейнджер. Так что птиц. Где фамильяры? По плюс 52 каждая птица получает. Вот сейчас здесь еще плюс 71, плюс еще 52. Конечно, крайне сильно начнут настреливать, если что. Даже просто уже по 70. Успел сейчас, конечно, посадить вторую птичку, одну птицу отфармить. Дезолятор появился у Батмы. Вот, вот он опять минус армор. Это вот грамотные вещи. Почему нет медальки, я не понимаю. Даже сейчас можно купить медальку, и она будет все-таки полезной. Она будет действительно полезной. тысяч золота. Ничего Рейв пока что толкового не делают. Ну и как-то ГДК особо не заходит. Рейв понимает, что траху они уже одну проиграли. Им три вышки за это время сломали. Потому что теперь лучше постоять просто на базе. Решение действительно грамотное. Извиняюсь. У меня горлышко побаливает. Потому что тут на самом деле все здесь болеем, по-моему, комментаторы. И что в Киеве там Вилат. Что я здесь в Москве. Зима как-никак. Eagle Song есть у Draw Ranger. Вот
такие вот артефакты потрясающие. Куча дэмэджа. Конечно, там 3 соточки уже с руки у Мэйби. И под момом, естественно, он стреляет там с 0.38 скоростью. Второй Рошанчик сейчас за игру. Щелк, 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 щелк. Минус 7 армора у Рошана. Минус Рошан. Так, все просто. Буквально, ну, 5-6 секунд. Действительно, 5-6 секунд. В смоках. Рейв. Энкасив шот. Ну а что дальше-то? Ой-ой, как сбрили ты сейчас быстро. Здесь саппорта рейв. Жио закрутился. Какая разница? Минус Жио. И, по-моему, это начало конца сейчас. Дагер. Перепрыгнул сейчас сюда Мэйби. Видит здесь двух героев. Да, если рейв, конечно, затерпит, то, возможно, у них что-то получится, когда Бристлбэк будет крайне уже сильный. Можно и Блэдмейл, и разные собирать, или что-то подобное. Арроу не попадает сейчас по Бристлбэку. Бристлбэк начинает бить Мэйби, и в этот момент улетают оба, причем на базу сейчас. Прилетит один висп. Да, естественно, прилетит один висп. Без вариантов для виспа. Два удара буквально. Понадобилось Мэйби. Две 600 на Дроу Рейнджер. Можно покупать бы уже себе и колечко сейчас можно, и, в принципе, трофляй. Совсем уж чуть-чуть еще осталось. 6.06 Дроу Рейнджер. Так, а у Бристлбека сейчас есть Сенш, и... Нет, это все-таки Саша Яша. Не будет он делать здесь алебарду. Кастует сразу же телепорт. Вейв террор. Арроу не попадает. Стан Гардер просто не успел дать. Можно было свапать. Можно было свапать. И я не знаю, почему он не заюзал свап. Ранжи хватало. Ранжи действительно хватало. То есть стоял он где-то вот здесь, вот когда терроркой задувал. Ну, хорошо. Вот здесь вот. Прислбэк был здесь. На шаг подошел, свапнул. Вижен есть. К сожалению, он такого не сделал. Да, Сайленс Траксы не сбивает телепорт. Ну и, естественно, Арроу там тоже не попало. Рейв. Все живые абсолютно, но слишком много денег выигрывает сейчас ГДК. Есть у Дроу Рейнджер Аегис. Баттерфляй также имеется. Мом, Манта Стайл, Блинк Дагер. 28-я минута, 16700 нетворс. Мэйби убийца. Мэйби действительно сейчас убийца. И отправляются к дек по нижней линии сейчас на вышку. Что будут делать рейв? Скорее всего, будут проигрывать сейчас эту игру. Вот что они будут делать. Кто знает, фамильяры очень больно сейчас набивают, естественно, под траксой. Птичек посадят ли? Нужно бы. Хорошо, здесь. Зацепили Бристлбека, виспа рядом нету. Бристлбек много довольно-таки дэмэджа впитывает. Развалился за целых 2 секунды. Это цифра для ГДЭК на самом деле, 2 секунды. Это много. Висп не получилось подсейвить сейчас у виспа. Висп прилетит, Чрюси ушел. С изолятора. Плюх. 308. Минус сторона. Заходит дек на вторую сторону. Бристлбэк, естественно, без байбека. Уж 29 минуты, так ничего нету. Напишут ли рейв good game? Да, минус мидлейн. Я думаю, придется все-таки рейв сейчас написать эти две буквы. Других вариантов у них нету. Третью сторону также сейчас начинает дек здесь наламывать. Что терпит рейв? Ну вот, да, скорее всего, Мистик Лэр пошел. И после этого Джио. Угу. Просто выпрыгнул с даггера. Все равно ничего нету. А, походу ребята-то играют на этот. Нет, пишут good game. Да, и должен сейчас, естественно, падать трон. А я думал... Буду смотреть на время, будет какие-то... Как они нас называются-то, господи? Тайм...
таймбрейк, думал, какой-то будет то, что будут смотреть, кто за сколько выиграл, кто за сколько проиграл. Ну и сейчас Рейв просто написали good game и вышли. Я не знаю. В принципе, это было понятно, когда уже и первую сторону сломали.